Друзья, с вами снова я. Наконец-то мы получили документы. Пока ждали эти 40 минут, они уже прошли 3 раза по 40 минут. За это время я уже успел и поесть, и поработать с материалом, и ответить на ваши комментарии. Одним словом, миссия по доставке макаронных изделий из города Челябинска в город Волгоград выполнена. Теперь нам осталась миссия довести макаронные изделия нам до Краснодара. Как вы помните, я говорил про адрес станицы Деньская. Оказывается, сейчас вот запросил я точные координаты спутниковые. И забив их в навигатор, он меня приводит на Краснодарскую объездную. До места нам получается 732 незабываемых километра. Едем мы с вами в весну, в апрель в Краснодаре, это что-то. Потому что я, насколько помню, как-то я раз в год так ездил, когда у нас уже лежит снег, а там уже все цветет, там пахнет летом. И я уже сейчас готовлюсь, весь на эмоциях, хотя и уставший. Но приехать мы сегодня должны как бы по графику в 0:00. Но я уже своему логисту отзвонил, который дал мне загрузку, что я не на самолете. Билеты я сегодня не купил на авиалайнер. Их просто нет в продаже. Поэтому мы поедем паровозиком потихонечку. И дай бог, завтра мы до обеда туда приедем. Сегодня часть пути пройдем. Потом поспим как люди. А что в конце концов? Мы что, с почты летаем, что ли, с этими макаронами? Так что сейчас мы по улице Ангарской выйдем на улицу. Все на мне никак в голове не отложится. Третья продольная магистраль, по-моему. По-моему, так она. Ну ладненько, что сейчас думать, догадать. Мы сейчас поедем и все улицы с вами посмотрим. Тем более солнечный день. Пока еще без 5:30 не наступил у нас час пик. Давайте выбираться из Волгограда. Ну что, я уже за своим штурвалом. Посмотрите, сколько градусов на улице. 23 градуса. Это уже летняя температура. На часах ровно 15:00. И мы начинаем наше путешествие. Сейчас прокатимся немного по городу. Так, КамАЗик сюда заруливает, да? Сюда. Одиночка. Так, ну давай. Ты пойдешь. У нас все-таки правостороннее движение. Будем соблюдать правила. Не как в Челябинске. На предпоследней ленте там у них левостороннее движение. Меня это немного удивило. Так, ага, Volkswagen сюда же, цель. Нам еще вот здесь посмотреть никого, вроде никого. Потихонечку, полигонечку выбираемся. Опять мы выходим на улицу Бетонная. Хотел я открыть окна, но как посмотрел, сколько здесь летит пыли. Вот сюда мы сначала завернули, но немножко не доехали. Благо, движения было немного, я задом вышел и благополучно добрался до нужной точки разгрузки. Да, и хоть дорожка здесь, мягко сказано, подубитенькая, но она зато нас напрямую сейчас выведет на улицу Ангарскую. Так, давайте торопиться не будем, здесь поедем все-таки потихоньку. Пока здесь у нас красоты особой нет. Сейчас выберемся на трассу и продолжим. Выходим мы на улицу Авиаторов, откуда мы и приехали. Мы еще здесь вот объезжали эту яму на перекрестке. И по ней, немного проехав вперед, мы свернем на улицу Ангарскую. А уже потом выйдем на третью продольную магистраль. Все, поехали. Наш зеленый. Thank you.
Да, и тут же мы как раз свернем, потому что впереди у нас знак. Грузовикам запрещено. Пойдем без нарушений. Теперь у нас время есть в запасе. Конечно, крутовато. Я смотрю, даже с прицепами-то залезали уже вон на бордюры. Тут даже не на 90 градусов, а еще круче. Вон уже на кустарниках листочки распускаются. Какое-то замороженное предприятие. Долгострой. Нет, здесь пост охраны. Так, итак, мы по этой улице и пойдем. Пойдем. Я так понял, что мы на главной, потому что у нас знаков других я не вижу. Ангарск — это тоже улица вся в заплатках. Но заплатки все-таки лучше, чем ямы. Так, а здесь похоже... А, здесь у нас места не столь отдаленные. Места заключения. Справа у нас МЧС России, а слева опять долгострой или недострой, как его лучше назвать. Ангарской 150. И создается ощущение, что мы уже на окраине города. А, наверное, оно так и есть. Смотрите, тут какой-то дом с красивой крышей построен. И вроде как колокольня. Так, не разгоняемся, не разгоняемся. Здесь под горку-то прям шустро бежит трудяга. Соскучился. Доска брус и пластиковая тара. Так, и вот здесь можно, в принципе, в следующий раз и заезжать. Вот здесь знаков грузовикам нет. Но знать бы раньше, как говорится, где тут можно проехать. Теперь-то будем знать уже. Ух ты, фонтан. В центре озера. Классно. Из дельфина. Прикольно сделали. Далеко, правда, он
Дельфинчик-то маленький. А впереди у нас метут асфальт. Бедный тракторист, ему там тоже в кабине достается. Шестерочка. В ухоженном состоянии. Только что-то медленно едет. Здесь вроде не 40 ограничений. $53.28, но это я уже цену вам озвучил, без топлива. Переезжаем реку Царица, ух ты, какое название. И где эта Царица? Посмотреть. Все заросло лесом. Когда-то тут было бурное течение и большие воды, а сейчас, к сожалению, хотя весной-то должна речка-то быть, обычно летом они пересыхают. Пошли мы в гору. Так, а мазик-самосвальчик с одним ведущим мостом как-то уже не так смотрится. Привыкли мы их видеть с двумя ведущими. Налево нам нельзя, грузовикам, а нам туда и не надо. Мы пойдем направо, предварительно уступив дорогу. Но у нас тут светофор работает. Мужичок ждал, когда на дорогу можно будет въехать. Пошел, нажал кнопку пешеходного перехода и побежал за руль, чтобы движение приостановить. Ну а что, смекалка русская, она всегда выручала. Раз нет пешеходов, некому перекрыть движение, так я сам сбегаю, перекрою. А вот здесь как будто памятник недостроенный. А, с другой стороны Волгоград-то. Все, Волгоград у нас закончился. Такая георгиевская лента была. Стела в виде георгиевской ленты с надписью «Волгоград». Ну, она как раз со стороны области. Так, у нас впереди будет переезд. И обычно вот на нем всегда возникают пробочки. Будем надеяться, что сегодня мы проскочим его. Ух ты, а помимо переезда у нас еще здесь и ремонт. Ремонт дороги. Расширяют трассу. И тут у нас скоро будет целая магистраль. Вот уже и пошли.
пошли мы по новой дороге. Ну вот, как я и предполагал, здесь переезд просто так не пройдешь. Все равно, получается, толкаемся в пробочке. Здесь, видно, его часто перекрывают. Но сейчас еще пока пробка-то не сильная, потому что не час пик. Дома стоят панельные, но это не новые постройки, хотя выглядит так неплохо, чистенько. А тут еще и целый гаражный кооператив у нас. Вот уже и добрались мы до переезда. Остались считанные метры, и будем надеяться, что его перед нами не закроют. Да, состояние тоже не айс, но это как у многих наших российских переездов. Что-то прибежал и закрывается сзади нас шлагбаум. Вот это да. Да, еще мелкий успел за мной пройти, за хвостом. Ну что, хочу сказать, нам крупно повезло. Мы прождали только одно закрытие. А здесь они могут идти постоянно. Интересное название поселка — Горьковский. Прям до боли знакомое название. Да, теперь уже раньше был завод, допустим, Горьковский. Сейчас уже нету Горьковского ГМЗ завода. Ай-яй-яй. Барханы. Справа
вот смотрю, новую развязку сделали. Но ее, наверное, еще не запустили. Скорее всего, этот переезд мы будем скоро ездить по новой дороге. По крайней мере, мне так кажется. Да, пока она еще закрыта, но скоро-скоро. Скоро будем обходить этот переезд стороной. Точнее, переезжать железную дорогу по новому путепроводу. А вот уже и сама магистраль новая. Проверим сейчас ее качество. Ой, а тут еще и весовая. Тут еще и сделали весовую, электронную рамку поставили. Вот так вот. Просто так тут не подъехали мы к населенному пункту Новый Рогатчик. И здесь опять у нас проблемный переезд. Это вот сейчас еще говорю, движения такого плотного нет. Но и то вот создаются такие небольшие колейки. Да, только бы еще не закрыли. Бог с ним, потихоньку пройдем. А то мы тот переезжали, переезд как раз за мной и закрылся. В какую он сторону идет поезд, неизвестно. Может, он сюда топает. Да, болтает, конечно, он. Кабины на подушках. Того гляди оторвутся. Ребята переезжают. Так, скрестили пальчики на руках и на ногах, чтобы не закрылся переезд. Движение идет, но очень медленно. Но тут тоже быстро-то не поедем. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, ну что, все, преодолели.
трактора уже повезли сельскохозяйственную технику. Я хозяй, сколько у него колес и сколько у него еще. А, ну это культиватор, по-моему, он потащил рыхлить почву. Да, здесь районы-то южные. Уже, наверное, скоро посевная будет. Земля-то оттаяла уже. Так, а это у нас, я так понял, элеватор. Потому что стоят к нему совочки. Кто-то загрузку ждет, а кто-то выгрузку. Там зернозаборные такие были машины. Ай-яй. Петя, здорово! Да-да. Петя, здорово. Да, большие элеваторы-то здесь. Ну, раньше всю страну кормили. Паромная переправа 10 тонн. Нет, мы на паромную переправу не поедем. Налево. А здесь вот элеватор-то весь какой-то с разбитыми стеклами. Не будем, камера у пешеходного. Интересно, там стояла стрелка, движение налево, вот здесь грузовым запрещено, а перед этим стояла стрелка на переправу, движение грузовых. Значит, там переправа и для грузовых. Здесь у нас музей написано. Ехали. Как тут плотно ребята стоят. Так, магазин Пятерочка. А где бы встать-то тут? Так, сейчас я быстренько за хлебом сбегаю, и мы продолжим, потому что он здесь самый близкий. Только бы еще в яму тут не заехать. Все, здесь можно. В населенном пункте на обочине встать можно. Да, сходил за хлебушком. Время 4:30. За бортом 24,5 градуса. Оставил в Пятерочке 1060 рублей. И теперь долго не пойду в Пятерочку. Что-то дорого за хлебушком ходить. Взял молочки, взял к чаю. И все. И тысячи как не бывало. Все, выбрались. Слава богу, пока мы стояли на этом узком месте, никто тут не пострадал. Ну, сильнее прижаться мне просто было некуда. Там столб и плюс еще бугор высокий. Ну, а теперь до самого отбоя идем без остановок.
Проезжаем мы город Калач-на-Дону, точнее мы рядом с городом, мы его не касаемся. Стояла тут пушка на постаменте. И до Ростова-на-Дону у нас осталось 410 километров. Но до этого нам еще надо доехать до Каменск-Шахтинска. До Каменск-Шахтинска, я надеюсь, мы еще засветло дойдем, а вот до Ростова, наверное, уже потемну. Ну, увидим. Дорога дальняя. Смотрим и любуемся южными просторами.